Всех приветствую на канале Animal Life. Заводчик решил избавиться от котенка из-за крупных лапок. Этого очаровательного котенка зовут Скайуокер. Он родился от кошки, которую заводчик использовал для разведения котят, поэтому в его глазах малыш был всего лишь средством заработка. К сожалению, ему не повезло родиться с небольшим генетическим отклонением, слишком большими лапками. Именно поэтому заводчик принес его в ветеринарную клинику и попросил усыпить. К счастью, в клинике работал мужчина, который не смог лишить жизни этого маленького котенка. Он забрал его домой и первым делом познакомил со своим ретривером Мохито. Они очень быстро подружились и стали почти все свое время проводить вдвоем. Скайуокер нашел не только большого сильного друга, но и маму. Мохито успешно исполняет две эти роли, одновременно заботясь о малыше и играя с ним. Собака думает, что котенку постоянно угрожает опасность, поэтому старается не выпускать его из своих лап. Кажется, эта парочка абсолютно счастлива. Прошло время, и Скайуокер превратился во взрослого кота. Но их дружба никуда не делась. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.